За Сережу Мегиона! Так! Во! Еще раз! Кто за Былина? А кто за Мегиона? Слушай, ну Легион пойму, пускай трасса рассу, очень близко, но суть-то не в этом, суть-то на старте. Друзья, максимальное напряжение, и поверьте, это только начало, вы не знаете, какое напряжение будет на финальных заездах за первые три призовых места. Ох, что там будет твориться! Александр Медведев лично вышел к стартовой зоне. Это невиданное дело. Но, друзья, без права на ошибку. Audi RS6 хоть и сильно проигрывает в мощности, но старт у нее очень сильный. Нельзя давать себе промаху. И реакция у Мегиона очень хорошая. Так, друзья. Стейдж слева. Стейдж справа. Готовность. Ну, смотрите, что случилось, успеет ли Дмитрий догнать? Ну, RS6, давай, тащи. Что происходит, смотрите? Неужели успеет или не успеет? Боже мой, представляете вообще, что случилось? Успел. Боже мой! Вот, понимаете, 750 сил всего лишь было в Audi RS6, на выходе. Но вот что бывает. Так Игнатков он выиграл, показывается, Винер. Игнатков выигрывал, показывал. RS6 выиграл? Нет. Да, выиграл. Так там чистое время показывается, а там грязное. По чистому времени. Так а тут и по грязному сейчас, с реакцией. А, поехали дальше, друзья мои. Сами замкнули, да. Арушанов Тигран у нас поедет. Подали. О, на новой полосе. Полет,